Всем доброе утро, мои хорошие. У меня сегодня вот такой завтрак. Игорь вчера заезжал опять в красно-белое, купил йогурт, а он же вчера ездил к стоматологу. Девочки, ему зубов лечить на 1030. Он потому что тот человек, который... Ну, я его заставляла за все 6 лет. Он ни разу не сходил к стоматологу, хотя я хожу каждые полгода. Но мне кажется, мужчины практически все такие. Вот, у него и коронку нужно 15 тысяч менять на керамическую, и зубов очень много лечить. И врач очень-очень хороший, знакомый, и скидку сделала. Так что вот. И я, наверное, тоже пойду, потому что мне кажется, то, что у меня не все так хорошо, как мне говорят. Так, у меня планы сегодня. Планы у меня сегодня забрать, съездить Леркин комбинезон, пока Игорь будет спать после ночной смены. Наверное, к маме заеду, духи отдам ей. Я даже не знаю, и хочу фаршированные перцы сделать до отъезда, пока Лера спать будет. Пока, короче, не знаю, все пускай идет своим чередом. Но утро пока началось хорошо. Лера встала в 7 утра, конечно, но мы вчера легли очень рано, потому что дневной сон у нее был рано, и вчера она легла 7:30. Вот. Так что всем доброе утро. У меня вот кофеек. О, кстати, пока эта вкусняшка на столе, такие вот морсы появились в красно-белое магазине. Очень вкусные, прям, ну вообще мы наслаждаемся. Я сама, конечно, обожаю такие морсы варить. Просто варю, да, потом измельчаю и через сито пропускаю именно с клюквой. Это просто бомба. Но когда нету клюквы дома, берем в красно-белом. Вот, попробуйте, очень вкусный. Еще раз всем доброе утро. Время... почти 8:30. Мы вышли гулять. Холодно, конечно, очень холодно. Я туда не пойду. Вот здесь рисуй. А да, вот здесь рисуй. Вот тут прям рисуй. Там машины ездят, да? Мел ей дала, пускай рисует. Ей прям интересно. Ой, так непривычно. Прям вот вспоминается то время, когда мы просыпались, шли в школу. Вот это вот 1 сентября. Утром одеваешь куртку, кофту теплую, а на обратном пути идешь в одной блузке, потому что днем жарко. Вот это вот вообще самое любимое время было. Скоро еще листва начнет желтеть, и надо будет обязательно сходить, сфоткаться в лес, потому что я уже год там не была. Как раз год назад мы тоже с сестренкой ходили, с Леркой фоткались. У нас там очень-очень красиво вообще. Вот, а еще мне подписчица прислала подарок. Я не знаю, что там. Она начала заниматься боксами, сама собирает. У меня должен быть какой-то съедобный вроде как. Игорь ляжет спать, и как смс ко мне придет, мы сходим с Лерочкой до почты. Видите, я уже накрасилась. Ой, ты меня целуешь, что ли? Вот она как рисует, у тебя мел. Мелки, кстати, вообще такие хорошие, насыщенные. Бывают они сухие, и нужно прям постараться, чтобы нарисовать что-то. А эти прям мягкие, розовенькие. Видите, как у нас холодно, приходится шарф одевать, шапку. Шапка вот эта вот с Wildberries, очень ей довольна. Дочь, не пачкай. Костюмчик тоже мы год назад вот заказывали, и вон ей сейчас только стал как раз. Потому что обувь мы не носили еще, когда заказывали. Она была в шерстяных носочках просто. Да, и он внутри такой прям теплый, классный вообще. Да? Кто там? Лера видит самолет сразу и показывает. Точнее, слышит. Кто-то где-то летает, да? Ой, вообще, погода моя самая-самая любимая. Сейчас надо еще сходить в теплицу, сфоткать все. И опять на продажу выставить. А вон там, смотрите, Игорь заказал наконец-то бампер. Какой-то навороченный, красивый. Скоро будет ставить. Бог, да, бог! Давай подписываем. Сердечко нарисуем. Вот. Вот, да, это вам сердечко. И еще сердечко. И еще сердечко. Все это вам, да? Я, наверное, покажусь больной, но вообще я кайфую от такой погоды. Я лучше тепло оденусь,
тем мне будет жарко. Мне сейчас хотя бы комфортно гулять с ребенком. Может быть, зимой не так хорошо, но сейчас вообще кайфово. Так, ну давайте покажу, что у нас сейчас в теплице. Видите, все поспевает. Нужно все продавать, потому что вообще не успеваем есть. Все нужно сегодня срывать. Дочь, не трогай, не трогай. Здесь, видите, у нас хурма. Там вот бычье сердце. Смотрите, какие огромные просто. Все мама насадила. Эти, наверное, маленькие, они на засолку идут. Там тоже. Огурцы, все, видите, уже желтые. Все, будем вырывать, наверное, завтра, сегодня уже все. Ну вот последние остались. И перчики. Перчики тоже все, уже последние. Будем срывать и замораживать. Тут зелененькие красивые. Ой, ну вообще, ну что за прелесть. Очень вкусные вот эти хурма. Салаты с ними прям безумно аппетитные, много сока в них. Айда! Вот, и еще, смотрите, Игорь начал красить шкаф. Если честно, я думала, он будет белее, а это как пропитка выглядит. Вот, видите, только просто белый оттенок делает. Так что, блин, не знаю, походу он не ту краску взял. Мы как бы хотели, чтобы чисто белая была. Вот так получается. Так краска сильно здесь теперь пахнет. И кирпичик. А, вот, кстати, еще две обувницы такие же прикрутил сюда. Их брали на Озоне. Вообще классные обувницы. Пластиковые, легко мыть. И здесь теперь две. И здесь это мои обувницы. Это Игоря обувницы. А, вот кирпичик он уже до конца доложил. И вот вчера еще затирку купил. Что она вообще дорогая. 1300, что ли, она вышла. И специальные такие, как кондитерские мешки, чтобы вот... чтобы прям мешком вот эти вот швы хорошо заполнять. А мы с Лерочкой поспали почти 2 часа. Я сейчас села чай пить. Здесь у меня яичко одно. Чай буду пить с тортиком. У нас еще тортик остался. Лера мультики пока смотрит. И тут еще набрала целых 2 килограмма помидор. Тоже женщина заберет. Так что всем приятного аппетита. Кстати, яйца я варю всегда вот так, чтобы серединка оставалась жидкая, вот прям серединка. Ой, вообще вкусно. И без соли яйца вообще есть никак не могу. Девчонки, хочу показать подарочек, который мне прислала моя подписчица. Она начала заниматься боксами. Я уже распаковала, конечно, для Инстаграма. Посмотрите, какая красота. Я вообще никогда не видела, чтобы так оформляли красиво чай. Тут такие вот 3 вкуса. Вот такой, это, наверное, какой-то зеленый, да, может быть, какой-то оттенок фиолетовый. Дочь, главное, чтобы не разбила. Вот этот сейчас будем заваривать. С укатами я просто обожаю. Ты мой лохматик маленький. Потом, смотрите, вот такая вот маленькая баночка стеклянная. Это мед для гурманов. Лера, Лера, Лера. Ой. И вот такая вот баночка вообще так сладко пахнет, хотя вроде это тоже мед, как я поняла, но пахнет чем-то таким абрикосовым, далеко не медом, может быть, с чем-то смешан, с каким-нибудь вареньем. Сейчас заварю, короче, чай с сухофруктами, вот этот оранжевый, и будем пить чай. Как раз у меня Игорь заболел, буду его лечить. Ну все, заварила я чай. Девочки, пахнет апельсинами, он, смотрите, оранжевый весь. Ой, мандаринами, апельсинами, цитрусом. Короче, точно сейчас буду лечить Игоря. Ой, ну вообще, я так рада, что я себе взяла этот набор. Очень красиво выглядит. Вот, посмотрите, как выглядит чай. Он такой желтенький. Конечно, он еще не осел. Вот эти фруктики упадут на дно. Ну, у кого ситечка в чайнике есть, так вообще здорово. У меня нет, к сожалению. Я жду, пока чай заварится и осядет. Как раз будем кушать пока. Так, ну все, у нас поздний обед, время 5 часов. Я тут отварила ермолинские пельмешки. И мама делала еще домашний томатик. Лерке тоже самое. Домашний томат даю. Так, ну и пока я занимаюсь домашними делами, давайте поотвечаю на ваши вопросики. Их достаточно много уже накопилось, буду понемножку отвечать. Первый вопрос от подписчицы: что ты любишь из еды? Если раньше я была какая-то прям капризная в еде, не ела ни пиццу, ни торт, ни сыр, ничего такого из запеканок, то сейчас я ем практически все, кроме молочки. Сейчас я как раз таки люблю больше блюда там, где присутствует сыр, там, где он плавленый какой-то.
как-то запекается. Люблю классический гуляш из говядины, либо обычные такие макароны с тушенкой, куриное бедро. Больше люблю, чем грудку. Ну а фарши больше люблю свинину. Ну и, конечно же, я та, что любит вредности. Это бургеры, шаурма, пицца, сырокопченая колбаса моя любимая. Из бутербродов люблю бутерброды со шпротами классические. Из напитков люблю, конечно же, кофе, зеленый чай с мятой, клюквенный морс. Ну а из салатов это, конечно же, цезарь. Просто если мы куда-то ходим, я обязательно заказываю цезарь, ничего другого. И дома тоже люблю его готовить по своему фирменному рецепту. Так, следующий вопрос. Любимый фильм или сериалы? Я, если честно, не люблю никакую фантастику, боевики. У меня их Игорь обожает, я вообще никогда не смотрю, мне вот не нравится. До беременности я вот обожала до безумия, просто ужас, с легкостью их смотрела, а вот после родов не могу вообще смотреть. Если из комедий, то американские, это там, где снимается Дженнифер Энистон, они такие легкие, прикольные. Из русских это подобие «Одноклассницы», «Горь», тоже такие настоящие. Из мелодрам это, конечно же, «Сумерки», «Три метра над уровнем неба», это классика. Ну а если из сериалов, американские это «Ходячие мертвецы», до 5-го сезона только, потом H2O, не знаю, но я люблю с детства этот сериал, классный, про русалок. Из русских это «Ольга», «Саша», «Таня», сейчас вот «Патриот» начала смотреть, и скоро еще буду «Папа-блогер» начинать смотреть. Ну а любимые передачи это «Кондитер по пятнице» и «Шоу на ножах». Мы сегодня ездили к моей маме на работу. Она отдала просто все раскраски, которые у нее были там. Вот, у нее магазин свой. И я взяла еще себе тетрадочку, вот когда рекламы какие-то записи у меня. Потому что у меня уже просто места там не осталось, вся какая-то тетрадь порванная, перемотанная. Вот взяла себе чистенькую, буду ее вести, когда Лерочка будет спать. Может быть, какие-то записи по Ютубу, заработок, рекламы, когда какое видео, что снять, вопросы ваши, вот все хочу записывать. Кстати, вот моя мания — это всегда тетради с машинами, с самого какого там с 3-го или 4-го класса я начала любить машины. У меня все дневники были, все тетради всегда с машиной. Так, следующий вопрос. Какую марку одежды предпочитаешь для себя и ребенка? Вообще разнообразные. У меня нет никакого определенного. Я и в Сенсей, и в H&M, и в детском мире. Люблю стоки в Инстаграме, да, там, где бренды классные, дешевые. Вообще нету какого-то определенного бренда. Ну а лично я вот почему-то сейчас люблю одеваться в наших уфимских шоурумах. Они в Инстаграме есть, постоянно что-то выкладывают, и мне вот всегда там что-то подходит. Последний раз я покупала там платье, джинсы, очень нравится. Так, и давайте отвечу на последний вопрос. Какое любимое время года? Если честно, я не любитель жары, вы знаете. Максимально комфортная температура для меня это 23-25. И я люблю, вот, когда зимой тепло, идет снег хлопьями. Я люблю, когда наступает такая первая-первая весна, когда теплое такое яркое солнце, начинает таять снег. Также я люблю, когда начинает цвести сирень, мати-мачеха расцветает. Вот, не знаю, тогда прям классно. Ну и, конечно же, самая прекрасная погода — это сейчас, когда начнет желтеть листва, такая теплая осень, бабье лето, вообще шикарно. Пока-пока-пока!